В январе-сентябре текущего года грузоперевозки через территорию Азербайджана составили свыше 10 миллионов тонн. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на пресс-конференции. По его словам, в Азербайджане принимаются меры по расширению потенциала транспортных коридоров, проходящих по территории страны. Общий объем грузоперевозок, осуществленных по транспортным коридорам, проходящим по территории Азербайджана, составил свыше 10,4 миллионов тонн. Из них 8,4 миллиона тонн пришлось на долю нефти и нефтепродуктов, а примерно 2 миллиона тонн составили грузы ненефтяного сектора. За первые 9 месяцев 2018 года объем перевозок увеличился на 23%. Кроме того, грузоперевозки по транспортному коридору «Север-Юг» увеличились почти в 100 раз. Министр также отметил, что флот Азербайджана состоит из 270 судов. В ближайшие 2 года он пополнится еще 8 новыми судами. В 2019 году Бакинский судостроительный завод завершит строительство еще 4 судов. Это 2 парома для перевозки автотранспорта и 2 танкера для нефтепродуктов. Кроме того, в 2020 году предприятие начнет строительство еще 4 судов. Рассказывая об итогах визита президента Азербайджана в Туркменистан, Шахин Мустафаев отметил значимость подписанных соглашений, в частности, в транспортном секторе. Одним из них является соглашение о создании Азербайджана-Туркменской совместной комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики. Аналогичное соглашение планируется подписать с Таджикистаном и Узбекистаном. Министр подчеркнул, что за 9 месяцев 2018 года только из Туркменистана через территорию Азербайджана транспортировано 190 тысяч тонн различных грузов, а также 4 миллиона тонн нефти. Медина Гурбанова, Шимистан Мамедов, Руфат Алекперов, CBC.